Добрый день, с вами канал Простые Решения, и сегодня научу вас поворачивать изображение в Microsoft Word. Итак, самый простой способ повернуть изображение — это нажимаем на изображение и ищем вот тут вот вверху такую стрелочку. Нажимаем и пытаемся повернуть изображение. Затем отжимаем, и наше изображение уже повернуто. Есть еще несколько способов. Допустим, вам нужно повернуть на 90 градусов. Для этого нажимаем опять же на изображение, переходим во вкладку «Формат». И вот тут вот можем выбрать нужный нам поворот. То есть повернуть вправо, влево на 90 градусов. А также можем отобразить изображение. Отобразить слева направо. Отразить сверху вниз. То есть мы можем прямо отображать изображение, и оно у нас будет поворачиваться. Кроме этого, что еще можно сделать? Можно задать конкретный угол. Для этого нажимаем на кнопочку «Повернуть», переходим в другие параметры поворота и выставляем нужный нам поворот. Допустим, 15 градусов. Нажимаем «Ок». Наше изображение поворачивается на 15 градусов. Теперь осталось, чтобы повернуть его, выбираем текст по контуру. И таким образом можем двигать наше изображение. А если это видео вам понравилось, ставь лайк и подписывайся на канал «Простые решения».